С 9 мая этого года увеличиваются сроки для добровольной уплаты административных штрафов с 30 до 60 дней. Это предусмотрено изменениями, которые внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, тем же законом от 3 до 10 суток увеличивается срок, в течение которого сотрудники госавтоинспекции будут обязаны направлять постановление, штраф по которым не был вовремя уплачен, судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания. Также изменится и ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. Если в настоящее время она предусматривает либо двойную сумму, либо арест до 15 суток, то с 9 мая в качестве третьей альтернативной санкции появятся обязательные работы до 50 часов.